Всем привет! Пришло письмо с интернет-аукциона Мешок. Здесь у меня каталог для банкнот и пару монет. С Москвы дошло быстро. По-моему, я у этого продавца уже что-то покупал. Доставка недорогая, по-моему, около 100 рублей. Но здесь получается не просто монетки, уже вес достаточно большой, 340 грамм. Каталог стоит, он новинка, 2019 года, по-моему. До этого у них есть каталоги разных купюр, точнее монет разных, царские, евро, современная Россия. Ну, по-моему, я на Озоне их брал. И намного дороже. Этот каталог стоит 200 рублей, 214 рублей, по-моему. Запаковано вроде неплохо. Дольше буду распаковывать. По-моему, здесь, если не ошибаюсь, одна монета 100 рублей 90-х годов. И одна монета штаты и территории 2019 года. В общем, вот так все. Очень-очень много-много скотча. И очень-очень тяжело все это аккуратно распаковать. Не пожалел продавец пленки, картона и скотча. Вот так это выглядит. Если кому-то будет интересно, могу, конечно, обзор, но, наверное, уже есть в интернете. Будет интересно посмотреть купюры. Это у нас 769 до 19 года. Мне просто стало интересно, вот советский период, точнее, больше российский период. Вот это начал я собирать. Будет интересно все это полистать. Не, вот такие вот они куплены, тоже интересно. Не надо в интернет лезть, а уже на картиночках так аккуратно все посмотреть. 47-й парк. Да, 47-й парк. За 30 рублей. Новая монета. Двор, по-моему, я в парке собираю. Денвер. Монета из ролла. Вот так она выглядит. Да, двор Д. Крымский мост. Ну, это меня просили. Заодно взял. По-моему, 15 рублей она стоит. Сейчас она недорогая. Я брал за 30 себе это. По-моему, 15. Мешковая, но вот царапин на ней практически нету. Красивая монета. И 100 рублей мешковая. 92-й год. Можно сказать, ради ее я и брал эту посылку, но остальное уже в довесок. Да, монета в идеале. Эта монета 120 рублей, по-моему, стоит. В принципе, недорого за такое качество. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь, задавайте вопросы. По возможности отвечу. Пока-пока.